Добрый день всем. Я думала, дождик был, а не было. У меня вот тут носки оставались сушиться. Не было дождя, сухие. На зарядку становись. У нас, как всегда, пасмурно. Вчера такой день был классный с утра, а сейчас что-то непонятно. Ничего. Сейчас позанимаюсь немного. И пойду с Чарли. Вон к тому дереву. Там мы гуляем. В общем, такие вот у нас дела. Море, там где-то море. Ты где-то там, за горизонтом. Ни конца, ни края нет. Сейчас 12 у нас будут новости говорить, какие, что, почем. Потом вам немного расскажу, потому что есть вопросы. Что тут у нас как. Все расскажу. Хотя новости я в последнее время не особо смотрю, потому что все одно и то же. Ну, вдруг что-то изменится. У меня тут варится пока курица на бульон. Буду сегодня готовить суп из шпината. Вот. Муж тут у меня состряпал, чтобы ему скучно не было. Я говорю, иди тортилью до потата, сделай картофельную запеканку. Он сделал. Я тут уже кусок попробовал. А тем временем, кстати, у нас же экран сломался наверху. Но у нас есть вот такой вот, тоже муж сделал. И вот этот вот шланг, он был здесь. Вот этот ведро наполняло для мытья полов. И я такая вчера ночью, опять у меня все мысли ночью приходят, когда я засыпаю. Я все обдумываю. Я засыпаю очень долго, поэтому времени есть на все. И думаю, блин, а этот шланг, который наверху, надо просто сюда пришпандорить и все. Сегодня мы это воплотили в жизнь, потому что вода мне наверху все равно нужна. Чарли ходит писить сюда наверх. Он воды очень много пьет и потом ходит сюда в туалет. Ему два раза в день, ему это недостаточно. Поэтому и перед сном я всегда его отправляю. Бежит. Всегда его отправляю в туалет, чтобы он сходил. И, в общем, мыть здесь нужно каждый день. Поэтому без воды я сегодня занималась. Да? Депрессион такой? Я про тебя разговаривала, да. Вот. И занималась на полу, и пахнет. Я говорю, давай быстренько сделаем. Помыла ведро помойное. Чистенькое. И вот сейчас буду. Я здесь жидкостью налила. Вот. И помою. Хотя дождь передавали. Ну, не знаю. Что-то погода, не знаю. Видите? Вот таким вот. Сначала вот так немного. А потом напором сильным промываю. И все. Сахар закончился, не хватит сахара. Потом я, знаете, что надумала? На Пасху, воскресенье, на Пасху сделать барбекю, мясо пожарить. Ну, там мясо или еще что-то. И вот тоже пойду куплю мясо. Я хочу крылышки. Ты мне крылышки приставил? В общем, схожу еще на раз на этой неделе в магазин, а на следующий тогда уже не пойду. Сахар, крылышки, еще что-то, естественно, не помню. Список не сделала. Ну, там не особо много, кто-то барбекю жарит.
Шашлыком пахнет вкусно так. Иду в такое обеденное время, когда народу, наверное, будет меньше. С рюкзачком, чтобы положить всего в него и нести. Выпила чай, иду как это, как аквариум. Во мне все булькает. Погода, конечно, не очень, думаю, как бы дождик не пошел и не замочил меня. Вот так вот пробздюсь, пройдусь. Уже сил нету сидеть дома. Хочется на какой-то дальняк переться. Я бы сейчас, наверное, не знаю, сколько километров пешком накрутила бы. Так просто идти и смотреть по сторонам. Друзья, я готова. Я готова к зумбе. Ой, мы перестановку дома сделали, пока они там ждут. Вообще, сейчас начинать. Пойду начну, потом расскажу, как, что перестановка. А камера была здесь, я про нее совершенно забыла. Иду, и сейчас искала минут 10, наверное, бегала туда-сюда, потом вспомнила, что мне кажется, вон наверху. В общем, я пойду заниматься. Я уже закончила. Кстати, вот в Lidl я ходила, купила там мясо, яйца маленькие. Сейчас надо сварить. У меня где-то наклейки были. Надеюсь, что есть. Потом что еще? Мясо, яйца, что-то, сахар. Вот еще что-то. И купила вот такой вот, чтобы сделать барбакоа. Это потом жечь надо. В общем, смотрите, какая удобная штука с длинной ручкой. В общем, на нее можно класть вот так вот все. Ой, как бы она не мандыкнулась. Сюда положил всякие овощи, фрукты, мясопродукты. И вот так закрыл все дружненько. Вот так. У нас была вот такая большая, но она... То есть вот так можно. Но обычно мы вот эту вот штуку опускаем пониже. И ну, чтобы угли там ниже были. И значит она большая просто. Видите, она больше, чем барбекюшница. И мы ей почти не пользуемся. Ну, если только куда возить. Когда с девчонками встречались куда-нибудь, у них были такие барбекюшницы побольше. И там, да, умещалось. А у нас нифига не умещается. Вот. Позанималась, что-то как-то, знаете, все прерывается у них сегодня. И, в общем, с перерывами. Я не люблю, когда если я занимаюсь, то я занимаюсь без перерывов. Смотрите, какая у нас облачность. Надеюсь, что в воскресенье не будет дождя, и мы сможем сделать, отметить
Пасху в круг, в семейном кругу. Обычно всегда с девчонками отмечаем. У нас этот праздник, как говорится, святое. Никогда, ну, повод такой, что прям надо встретиться и все. Ну вот, видите, в этом месяце, в этом году. Все кверх ногами. Ну ничего, сейчас вам пойду покажу перестановку глобальную. Это у меня, знаете как, у меня же времени на то, чтобы уснуть, очень много. То есть я засыпаю очень долго, я не тот человек, который лег и уснул. Нет, у меня часа два уходит только на то, чтобы уснуть. И вот мысли гоняла и придумала вот шланг вот этот вот сделать. И также перестановку сделать. Сейчас увидите. Яйца сварены. Теперь сейчас буду пасху делать. Я вчера творог поставила, чтобы с него вода слилась. И сейчас вот буду приступать. У каждого свои рецепты есть. Поэтому рецепт не буду рассказывать. Потому что делать буду в роботе. Не знаю, получится, не получится. Не знаю, поэтому что рассказывать. Если не уверена, что получится. Ну, что... Если долго мучиться, что-нибудь получится. Все, пасха отправилась вариться. А у меня, оказывается, смотрите, и краска даже есть для яиц. Но я буду наклейки вот такие клеить. Я даже не знала, что у меня краска есть. Надо же. Значит, будет лежать до 2021 года. Даст Бог, не помрем. Потому что... Ой, блин, то, что происходит в мире, это трындец. Вообще в будущем не уверены, что у нас там, как у нас там. Пойдемте посмотрим перестановку. В общем, та-там! Вот что я сделала. Надеюсь, не сильно заметно, что это... Чарли, я не играть с тобой буду. Что это... Как это назвать-то? Около кровати стояли тумбочки, вот. Смотрите, они почти по цвету подходят. Мы их и туда, и сюда. В общем, мы тут целый час возились, куда не знамо. Хотели и туда поставить, и сюда. Просто я сюда поставила их, но они слишком выступали вот с этой мебелью, и очень некрасиво было. В общем, вот так, мне кажется, зашибись. Мне, да? Как вам, вы думаете? Мне это кажется так даже очень красиво. И по цвету подходит, и все. И цветок поставила туда, в общем, классно. А старый вот сюда поставила. Потом мы его уберем, выбросим. В общем, тут будет стоять. Потому что там вот, вот это вот, которая импрессора. Ой, пипикает. Пойду смотреть пасху. Вот такие красивые яички у меня получились. 4 нам достаточно будет. 2 мне, 2 мужу. Пасха отдыхает в холодильнике. Ей еще готовится и готовится. Завтра покажу. А сейчас я вот пойду. Очень устала сегодня почему-то. А, потому что я в Лидл ходила пешкарусом. Вот. Будем прощаться с вами до завтра. Всего вам самого наилучшего. Да, тикитина. Да, моя сладкая. Скажи всем пока-пока. На печеньку будешь? Будет. Пока-пока. До завтра.